самом деле сейчас выходит группа «Эпилексика» и будет сейчас что-то делать, импровизировать или что-то в этом духе. Ну что ж, давайте, господа, вы так долго ждали этого момента. А я правильно вас представил вообще, если честно? Может быть, я ставлю два ЖЖ и... Правда, йод. Да. А вот он здесь. Вот здесь, на столе. Ага. То есть, Игорь, возьми шнур с Ямахи. Я выключу все. А, с Ямахи возьми шнур. Да, вытаскивайте. А, Евгений, возьми тот, который на столе лежит. Что, песня про мамонтёнка? Ну да, всегда. Ну, конечно. Тут микрофон, никогда. Ты сиди или лёжа, или как? В туалете? На улице? Уважаемый бармен, будьте любезны, можно выключить линии? Или Лена там в курсе? Будьте добры, Лена, в бар. Спасибо большое. Вторую гитарочку можно? Жень, если можно, немножко вот сюда, чтобы я... Или Игорь, на мой туда. Не, я пускай он сидит, он как сидел, а ты просто немножко... Нормально. Нормально. Не перепутай Кутузов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Это будет сложно. Не перепутай. Я могу попробовать, но это будет сложно. Это будет очень дорого сделать, чтобы я перепробовал. О, Жека, давай, свали. Ну, как всегда, кладыш Игнатьева. Расстроили гитары. Приходится теперь настраивать это все. Хорошо микрофон настроен, да? Женя, помолчи. Жень, помолчи чуть-чуть, пожалуйста. Да, ля. Там еще он-то есть, блядь? Ля, дай ему ля. Дай ему ля. Лебуду. Ну, что ж, краснознаменный, блин, Игорь, еще этот, видите? Ты даже играть не будешь, что ли, Жень? Ага, потому что он локтем тебя прикрывает, все равно, чем там он тебя прикрывает, то ухом, то локтем. Все себя слышат, все слышат, нормально? Прибавь себя там, на гитаре есть чем прибавить? Опять, как, это живой концерт, само собой, живые же люди здесь. Сейчас, просто эксперимент за экспериментом. Подожди. Ну что, начнем помолясь. Я люблю свой город без ядерной.
квартир. Но кто-то один не поставит за всех мечом. Я лежу в дом, я беру в руки мел. Нет замка, но я владею ключом. Я объявляю свой дом безъядерной зоной. Я объявляю свой двор безъядерной зоной. Я объявляю свой город безъядерной зоной. Я объявляю свой... Я объявляю свой город безъядерной зоной. Я объявляю свой... Бля, браво! Джека Волочек! Вот так вот, ребятушки. Это был далекий-далекий 84-й год. Ну, еще одна песенка из того же самого года, 84-го. Еще раз, заряжай. Хотя каждый знает, где брод, и каждый с надеждой глядит потолок. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Седьмая вода, и мы едем, не знаю, зачем и куда. Мой сосед не может, хочет уйти, но не может уйти. Он не знает пути, и вот мы гадаем, какой может быть рок. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который идет на восток. Троллейбуса, который... Где на долю секунды показалась звезда. Мы молчим, но мы знаем, нам это помог. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который идет на восток. Троллейбус, который... Спасибо мне, сказал Цой.
Что сейчас запустит какая-нибудь гитара, да, то, наверное, он очень заблуждался. Ну что ж, дальше по фонограммочкам, да? Его невозможно бить. Продал. Подколол. Падла, повалил. Thank you.
Че, следующий готовый?
Последняя композиция, да, в этом блоке, и мы вынуждены слушать группу «Билексика».
Давайте аплодисментами просто поаплодируем. Шибала, Валерий, аплодируем. Аплодисментами поаплодируем. Просто, не знаю, этот салат уже не дает мне покоя, если честно. Жуть какая-то. Вот, ну что ж, спасибо огромное, мы свободны. Ну ладно, еще одну композицию. Надпись. Давайте аплодисментами еще раз поддержим ребят, потому что действительно делают неслыханное дело. И, в принципе, не видно, когда через 25 лет после того, как человек скончался. Да? Спасибо, Цой. Поэтому следи за собой и будь осторожен. Мне так кажется, да? Капаха где? Будем интерпретировать эти салаты, но, блин, сготы и все остальное. Не знаю, блин, достали уже. Следи за собой.
Спасибо огромное Евгению Журавлеву, Евгению Садриеву и Самосову Игорю Рузаеву за этот замечательный блок, который, естественно, останется в памяти у нас надолго. Давайте аплодисментами проводим этих замечательных людей. Это группа «Дилексика», которые сделали такие, ну, своеобразные, как бы, композиции на тему группы «Кино». Ну что ж, мы продолжаем нашу программу. И у нас...